Вот мы и в Астрахани. Здравствуйте, подписчики. Наша машинка готова к ремонту. 18, 19. Паша выиграл! Ну что, скажешь? Ну все, поехали. Динамо X-Race, Астрахань. Открытие третьего этапа. Почти все участники собрались. И скоро будут проезжать вот через эту арку. Павел, у вас все нормально? Пис! Благодарим вас за открытое интервью. Два раза пис.
Как у вас ощущения от заключительного этапа? Маша, сними свой горшок. Обалденные. Ну, вот вообще, Сергей, вы довольны сегодня? Ну, нормально, да, уже лучше. Это довольное лицо мы видим, а? Уже лучше. Так, Павел уже готов, кстати, одевайтесь. Да. Здравствуйте, подписчики. Подписчики. У Сереги конфуз небольшой. Ну, небольшой такой. Сергей, что случилось? Штурман завел не туда. У нас была тактика, мы ее придерживались. Наверное, штурман завел не туда. Или у вас тактика, и вы ее придерживались. Или как там? Мы придерживаем тактики ездить больше одной сушки. Правильно, да? Чтобы не устать. Ну вы же не устали. Да, он просто любит меня отправлять во всякие по эти походы дальние. Вот сегодня я ходил за водой. В Астрахани! Степи да, нашел. Найди воду, блин. 12 литров воды нашел. Да, и еще бутылки причем. Талант, слушай. Да, вот всю воду. Так, пришла техничка. Давайте, давай, что? Нужно обняться, под... Серёж, нужно обняться, подожди. На третью сушку. Раз. Вот это сейчас вот правильно, блин, слова, блин. Вы когда есть, вы научитесь, блин. Вот мы приехали. Наша машинка готова к ремонту. Сейчас мы ее быстренько починим. И завтра опять будем в гонке участвовать. Камера снимает. О, мы финишировали.